Всем привет, с вами Ню и Зетсу на канале Фрикаделика. Да, всем привет. Вот мы только встали вот с кровати. А мы уже устали. Уже устал. И опять в больнице. Сука, каждый раз это начинается. Это Russian Village симулятор, детки. Света. А, да, кстати, борщ. Ты та еще про фурсетка. Борщ, давай ее уже принесем. Может, она поменьше на нас деньги возьмет. Слушай, она, может быть, нам что-то подсыпает, чтобы мы, короче, постоянно к ней это попадали и платили ей бабки. Господи боже, это действительно. Окружная больница округа 1. Подожди, я не... Устал, мне нужно немного... Ты серьезно? Ты уже... Ты посмотри, чтобы ты не устал до такой степени, что не отдашь ей все деньги. Она даже бегать не может. Он устал. Я не знаю, что с ним делать. Ну, поехали домой, поспим. Ну, поехали. Он все, он уже устал. Ничего не может сделать. Подожди, давай... Давай что-нибудь, да, созыри, а то мало ли. О! Чтобы появилось... Хотя бы добежать до дома. Бег, да. А потом поспим. Потому что, ну, я не знаю, он устает вообще моментально. Что-то да, они прям... И непонятно как. Жесканули, если честно. Так, иди спать. Просто всё. Всем нужен выходной. Все, он нормально. Если прикинь, он лег и сразу до 6:36 утра. Нормально, только он устал сильно. Не успел встать, уже устал. Так, ладно. Там самолет летит над нами. Так, давай все-таки больнице да поможем до конца, мне кажется. Слушай, после вообще Светланиной помощи я перестал им помогать. 7 хлеба и 7 борщей. Иди борщи варить. Ладно, что значит 7 борщей? Борщ. Борщ. Охренеть. Свекла, куриная ножка, специи. Ладно, запоминай, смотри. Нам надо 7 куриных ножек, 7 специй, 7 соли. 7 куриных ножек, 7 специй, 7 соли. Остальное вроде бы с натяжкой хватает. И 14... Почему 14? Да, и 14 свекол. Свекол, вообще капуста как бы нужна. Так, соль, специи, куриная ножка... Свекла. Во-первых, вопрос, что у тебя растет в огороде? Да там, по-моему, одна морковь. А зачем ты посадил одну морковь? Так, подожди, поехали до магазина. Ну, у тебя, во-первых, Жигуль есть. А, кстати, да. А, блин, я тебя забываю, что вторую открывать. Нет, чтобы проехать. Походу, Жигуль пора превращать в кабриолет. Нормально, на Жигулях разъезжаем по деревне, в магазин. Аристарх, ну так не дело стоять. Ты уже распознаешь алкашей здесь просто. Просто по их виду. Так. Соль. Ой, мама мия. Давай десяточку соли. Мне так нравится эта куриная ножка. Она такая тощая. Куриная ножка. Она похожа, знаешь, скорее на ножку какого-нибудь кролика. Дорого обошлось. Так, 7 хлеба. Пиздец. Я тебе говорю, света там вообще какая-то неадекватная. Так, пельмени специи. Надо было наварить за овар, до хера 7 денег. Штук. Капуста там нужна была, я точно помню, немножко. 20... Нет, 20 не будем. Давай десяточку. Подожди, нам надо 3 капусты, у меня 20 есть. 3 капусты на борщ? Ну, а как ты хотела? А, вот свекла. Ёбан, по-моему, там сколько там, 14? 20 купим. Как это? Ребят, обращение к разработчикам. Вы хоть рецепты почитайте. У вас как это происходит-то, ваша ж мать? Картофель, я не знаю. По-моему, хватает мне картофеля. 7,749. У меня, по-моему, 60 или 70 его. Я не знаю. Я уже больше ничего не могу сказать. После 3 капуст больше на меня... одну тарелку борща... Меня больше нету, удивляет. То есть, ладно... хер с ним, там, вот это все... материалы и тому подобное. Просто беда не в этом. Когда ты готовишь этот борщ, но ты эту одну один борщ продаешь за 199 рублей. Да, вообще, ребят, ну это какая-то хрень. Ну. Я до сих пор не понимаю вот этого. Ценообразование здесь хромает. Почему у него башка заупирает? Я же сказал, в кабриолет пора превращать уже, для счастья. Ну, Ванька большой слишком. Так вообще, калач. Спички возьмем. Спичку тоже возьмем. Вот. Как вот 199 рублей борщ, когда там идет 7 картофелин, 2 моркови, 3 капусты, 1 соль, 2 свеклы. Сколько стоила 1 капуста? 49 рублей? Да.
То есть вы понимаете, уже одна, уже три капусты. Да нет, вон куриная ножка стоит 249 рублей. А, все! Я просто не понимаю, от чего? Что? Что надо сделать, чтобы был борщ? Один. 199 рублей на продажу. Ну что это такое? Я вообще не понимаю, как так работает эта вся фигня. Я тоже. Я не знаю, как это комментировать. Я просто не понимаю. Я вот смотрю на еду здесь. Блинчики, сырнички. Так хочется. Просто не понимаю. Картинки-то когда... красивые. Пускай мне кто-нибудь объяснит, откуда здесь берется себестоимость. Да кто тебе объяснит? Кто тебе объяснит? Может, кто-то в комментариях напишет, откуда берется себестоимость вот этих продуктов. О, да, есть кто-нибудь из математиков? Мне впадло считать, если честно. Посчитайте, как это работает, да? А посчитайте, сколько стоит на самом деле да, этот борщ. Да, да, да. А потом будем писать петицию разработчикам. Это, как это называется у нас, когда проверяют на повышение цен? Это же как-то необоснованное повышение цен. Это не просто необоснованное. В смысле, что у меня за... Я 7 борщей сделал, получается, да? А что тогда помощь больницы, что еще не хватает? Ты что? А что-то еще кроме борща-то надо? Ты нет, чё? Я хлеб купил. Малина. 25 малинок. Пойдем искать. О, господи, у меня нет малинок, случайно? Может, я в этот упал? Нет. Нет. Ладно, пойдем искать малину. Подожди, а я знаю место, где тусуется малина. Что за место? Суйгон какой-то там, я не помню, что это такое называется. Суйгон. Охотничье. Вот, охотничье угодье. Да, а, вон. Ну так тут оружие достанет, тут еще медведи тусуются. А мы летать умеем, на всякий случай. Да, мы летать умеем, ну все. Тогда нам медведи не страшны. Они вообще это не пофиксили, они просто не в курсе, наверное, да? Мне кажется, они просто еще обновление не выпустили. Может. Не, ну они же что-то выпустили уже. Ну, небольшую правку. Так, малинка? Нет, это вообще какая-то херня. О, малины, малины. Мы просто не те летсплееры, которые, если об этом упомянут, они такие, о, мы типа об этом теперь узнали, нам нужно это пофиксить. А остальные, да, наверное, еще не заметили этот прикол. Вот. Может, можно как-то что мы можем летать. О, сверху-то получше видно, кстати. Же верно. Что-то как-то с малиной пока все туговато. Это вот тоже она. Это что? Так, две о! Малины нашли. Что о! Еще? Надо о! И... Надо еще. Вон там вон, какая-то херня. Блять, ёбаный пиздец. По-моему, вот тут что-то было красненькое. Может быть, да нет, это за цветочки какие-то. Ай, цветочки, хуёчки, блин. В натуре, и как живи... по лесу, в реальной жизни шароёбиться, блин, и что-то искать. И живи-ка, блин. Вон там какая-то херня растет. Ой-ой-ой-ой-ой. Черника, вот куст какой-то большой, вот это что? О! 6 малины. Все, помощь больнице. Отлично. Есть. Теперь желательно доехать до Светланы своим ходом, а не устать немножко. Так, ягоды лишние не бывают. Ну, это точно. Тебе долететь было бы быстрее, тебе не кажется? Не, я до остановки штопаю. Ну, долететь до остановки. Ты прям в сторону остановки летишь. Я почему пешком-то иду? Я малину собираю. А так я ее не вижу. Справа какой-то куст. Что это, ежевика? Ежевика. Я ежевики хочу. Я, короче, уже голодная. Да, завязывай. Малинка. Еще малинка. Наконец-то мы закончим. Ой, надеюсь, она не запросит сейчас еще помощи. Сейчас она тебе запросит. Сейчас она тебе запросит. Так, а ты помнишь, где она тусуется? А вон. Больница. Светланка, мы бежим. Бо яду туда подсыпать. Оделась? Не, ну пускай, пускай. В костюм. Пускай, пускай. Ей-богу, как проститутка. Так, на. Блять. 3000 она мне дала. Если бы она деньги взяла, ебать. Это что, хлеб? А, ей рыбу-то понадобилось. Ну рыбу-то ладно, выловить не проблема на самом деле. Окуней. 20 хлеба. Так сколько хлеба-то?
Большое спасибо, теперь нужно приготовить ужин. Вот список того, что нужно приготовить на ужин. Она вообще работает на своей работе! Ладно, хорошо. Хорошо. Ну, нам вообще на самом Света деле... Света оборзела. На самом деле нам рыба надо. Ой-ой-ой, сколько. Там для какого-то здания нам еще рыба нужна. Поэтому я думаю, надо идти рыбку ловить. Я сижу хуевая от Света, не обращай внимания. Светланка, это Светланка. Это вообще... Да она баб... Ты посмотри, она... Она сколько сэкономила... За счет того, что мы ей сделали этот сраный борщ. Это раз. Во-вторых, она сколько бабок дерет. Ты посмотри, мы, может быть, не в российской деревне, может, в американской. Ты там вот, типа, знаешь, попал в больницу, отдал почку. Потому что по-другому не оплатишь. Так, давай. А у нас УМС есть. Дашь мне меха? Да, вот молочко, дай мне. Так, где моя? Это ты все тут стоишь. Дай мне шерсть. Свинка. А я до сих пор не знаю, как сало брать. Наверное, убить ее надо, тебе так не кажется? А как? Она типа живет и живет. Ружье. Ради мяса и бекона, все. Я не понимаю, как с нее добывать это мясо. То есть она живет. Достань оружие. Убей свинью. Ну давай. Кирка, кстати, может была киркой. А, топором. Он не стреляет по ним? Да похуй, говорит, блядь. Не трогай корову. Да топором попробуй. Да хер мне. Так интересно же, ну. Не, ну я не знаю, как ее мочить. Ну то топор. Есть... Давай топор. Извини. О. О. Топор. Блядь. А труп свинья, слава богу, пропал. Какой ужас. Нет, зачем ты это сделал, господи? А как ты думал, мясо-то в магазинах колбаска что ли сразу появляется? А что-то я смотрела землян, я знаю это получше, чем ты, блин. Ну, вот видишь. Так. Ах. То есть ты предлагаешь 15 минут серии еще рыбачить? О. А мы все еще недостойны самов. Они, конечно, игру оптимизировали, но все равно она подтупливает. Так, а что там помощь больницы-то? Ага, мне надо одну щуку всего лишь. Ну блин. Ну блин, ну одну-то щуку-то вот уж вон там, вон в зарослях-то поймай ее. Какая-то птица пытается мне высвистить в ухо. А ты куда кинул-то? Чирикала. Вот как думаешь, щука там будет сейчас? Давай щуку. Не знаю, сразу, но если же выловишь, то загадывай желание. Сразу же щуку давай. По щучьему велению. По моему хотению. Сом? Сом, ни хера себе. В принципе! В принципе, сойдет. Ладно, да. Там где-то сом нужен был. Да, он везде нужен был. Сом так сом. Так, ну туда кидай в заросли, там щуки водятся, должны быть. Девушке принести припасы. Интересно, кстати, Анька у нас до сих пор в бане? Да, проверяют. А, там вечная сейчас. Тусит и тусит. Короче, я предлагаю, чтобы Аня у нас посидела в бане пару месяцев игровых. Потом мы туда заходили, у нее начал расти живот. А потом у нас появится Ваня-младший. Ваня-специалист. Да. Нет, окуни я уже купил, не надо мне окуни. Мне щука нужна. По-моему, кажется, рыбка симпатичнее стала, чем раньше была. Возможно. Чё? Ждём? Ждём. Ждём щуку. Ты хорошо рыбачишь, смотри. А чё? Оно само рыбачится. Я бы также поставил удочку, пускай его уклёвывается. Наверное, так кто-то делает, нет? Так можно делать. Макрель. Да нет, макрель мне тоже не надо. Хотя прикольно, конечно, что ты можешь в озере ловить тут все. И макрелей, и самов. А-а-а. Или это река, типа? Ну, это река, да, это река. Где, наверное, можно? Это хотя на карту посмотри, точно будет понятно, река это или нет. Просто карта, по-моему, не речной же. Он озерный. Может. Ну, карту ты можешь открыть? Нет. Ладно. Не, мы там будем 100 лет щуку-то ловить.
Да. Прям вот одно удовольствие щука-то ловить. Озеро слишком далеко. Ты что, с ума сошел? Как далеко ты прям на нем стоишь? Я не знаю, может это с другого места щука ловить. Может он в определенное время щуку ловит. Он там прыгнула, по-моему, кто? Рыба. Или нет? Тебе кажется уже. Он уже меряющийся тут рыба. Ну, хотя бы самов ловим, на самом нет, деле. Нет, это тоже уже неплохо, но это не то, что нам нужно. Да, попробуй еще пару раз. А кидай. Как ты кидаешь, я понять не могу. Как умеет, так кидает. Я вот так кидаю, я вот так кидаю, а ты мне зачем туда-то кидаешь? О, светлячки или что, это бабочки? Это стрекозы, мы уже об этом разговаривали. Они какие-то просто странные. Да, обычные. Еще один сом. Давай прямо кинем. Так, давай, кидай. Давай. О, молодец. Че дальше? Довольно скучное занятие. Посмотри на облака. Это они так оптимизировали, типа? Бегут. Ага. Ясь! Видимо, это спереди ясь. Ну давай еще куда-нибудь забрасывай. Мне кажется, вот где-то вот там вот должно быть, вот там. Нихуя себе, там в камни какие-то забросил. Где-то вот на берегу вот щука должна водиться. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Ну понятное дело, почему люди на рыбалке бухают, скучно. На рыбалке. Нет, ему не скучно. Ему? Поищи, там по-любому водочка стоит. Это кто? Кто? На макрель это. Нет, это не макрель. Макрель. Нет. Да. Да, нет. Это макрель. Просто обычная макрель. Безудержное веселье, как всегда. Ну, на рыбалке по-другому-то и не бывает. Ну, тебе лучше знать, чем мне. На рыбалке вот приходят, приходят люди вот одни на речку, садятся вот так. Сом. И начинают. Вот, закидывают и ждут. Наслаждаются тишиной, пением птичек. Ты серьезно решил сейчас щуку выловить? Нет, почему? Все, я сняла, закидываю нахер. Потому что помощь больнице, получается, мы уже не выполним. Уху для маленьких воспитанников мы тоже не выполним. О, боже. А почему мы все еще не можем купить у него щуку? Потому что мы недостойны. Мы недостойны. Сом. Отлично. Ладно, пойдем. Человек из стали, часть 1. Что значит человек из стали, часть 1? А что-то мы ему обещали принести, потому что он боится зеленых камней. А, давай, знаешь что, давай делать 10 лавочек поставим. А у тебя есть 10 лавочек? Да берем сейчас. Потихоньку-то плотником поработаем. Плотник, мы же... Надо вот эту поставить, но там, по-моему, нужна шерсть или яйца, или что-то такое. Да, еще надо молоко, 10 молока и немного шерсти. То есть, как ну, это работает, я не знаю. Я не знаю тоже, как это работает. О, господи, да. Вот тут деньжище у меня. Тут, а, тут кукуруза, морковь. Я же говорю, морковь одна здесь, по-моему, растет. Одна морковочка растет. Я даже не знаю, что сказать. Вон, вот там морковка. А ты что-то садить, что я могу сказать? Да нет, садить сейчас не будем, все надо. Собрать соберем, садить не буду. Великолепно, восхитительно. Так, идемте строить. Лавочки наши любимые. Где-то вот здесь. Угу. Так. Где-то вот тут. Нет, патроны нам не надо. А.
кстати, скворечники же еще. Создавай. Молодец. И создавай. Сразу стрёмные лавочки, мне так нравится. Сразу, Ваня молодец. Ваня делает все как тут надо. Тут такая красивая скамеечка. Три. А что не разные? Три. Четыре. А, сейчас так вот одинаковые. Заводи, забись. Да? Да. Именно так. То есть, ладно, лавочки, смотри, сколько надо. Ты, смотри, я тебе сейчас покажу, но. Смотри. Для одной лавочки надо 10 досок и 2 бревна. Допустим. Это получается, надо, чтобы сделать 10 лавочек, 100 досок и... И 10... Ой, 20 бревен. Ну, а нам надо там по 7 скворечников. Для этого надо 10 досок, для этого 20 досок, а для этого 30 досок. Знаешь, сколько надо деревьев перерубить? А там надо всех трех видов по 7 штук. Пипяу. Какой ужас. Что там у меня по лавочкам-то? Я вот что-то сбился. 8. А сколько надо? 1000 рублей лавочка стоит. Ну ладно, мы хоть не покупаем доски и деревья, знаешь. Ты что? А? Слушай, ты что не добавлял-то? Кого не добавлял? Ты охерел? В смысле? А что случилось? Да у меня половина лавочек ушла в пустоту. Почему? Потому что он их не добавляет в инвентарь. Интересно. О, ни хера себе, блин. А сколько надо было сделать? Все, 10. Так. Свинина. 99 рублей, ты видал? Кулебакский район. Че свинина? Слышишь, загляни в свой инвентарь. Че? Свинина. 99 рублей. Куриная ножка 249. Че такое происходит вообще? Ребят, вы что, с ума сошли? Не спрашивай, лучше не спрашивай. Здесь своя, это видимо это, своя здесь это, экономика. Это не экономика, видимо, это хуеномика, блин. Да, куриц никто не выращивает, вот и получается. Курицы яйца все берут, видимо у всех свои курицы, свои яйца там, и тому подобное. Это ему надо сейчас это? Лавки. Стоп, серьезно, мы чуваку этому, который с нами конкурирует по избирательству, лавки принесли? Да. Молодец. Так. Допустим. На. Николай, вы хорошо поработали, помогая нам со скамейки, а также хотел бы попросить вас вкрутить лампочки на столбах в деревне, потому что ночью ни черта не видно. Я дам вам лампочки, вам только нужно вкрутить. Вот это фикс от разработчиков. Ночью нихуя не видно. Они такие, мы не будем делать свет, сам вкрутишь. Ладно, смотри, а там какое-то задание появилось. Или это, подожди, это детский сад, типа. Не знаю. Нет, стоп. Нет. Дяденька знакомый, кто это? Нет, это не он. Там он какой-то прям дальше задание, прям вот здесь. Ой, сколько, смотри. Грибы? Не, ну их надо собрать. Их больно много здесь. Жаль, анимацию убрали, было смешно. Так, подожди. Где-то вот там, вот в лесу прям. Или это все-таки детский сад? А что ты хочешь-то? Записать, что за задание вон там он. Да, да, по-моему, детский сад. Нет. Не. Что это такое? Что это за здание вообще? Не знаю. Это вот у меня, по-моему... А, это вокзал, господи. А, это... Все, я понял. Господи, это чувак, который хочет, чтобы мы с рельсов убрали эти. Петрович, ну. Иди нахер. Его воробьещество. Угу. Куда ты пошел? И зачем? Ёкарный бабайш. Что? Ты все? Что? Что происходит? Подожди, там, по-моему, сделали так, что оно, если что, само убирается. Помнишь ведь такой прикол? Да как мне это? Не без багов. Я тебе говорю, оно должно само исчезнуть. Помнишь? Что-то писали. Ничего такого не было. Ну, типа, что из-за того, что оно само не исчезает, тут проблема у людей. О, аллилуйя. Кошмар, какой кошмар. Так, куда ладно. Пошел? Дай.
Я хотел лампочки вкрутить. А куда? Вот я и пытаюсь на карте посмотреть, куда мне лампу вкрутить, но я не понимаю пока. Ну, в столбы. Какие столбы? Он же тебе сказал в столбы. А где ей найти столбы? Ну, попробуй у дома своего посмотреть. Ну, короче, сейчас дойду до остановочки. Кстати, ты так не дойдешь. Мы наконец-то увидели электричку. Это, кстати, да. Поезд. Так, металлобаза. Ну, поехали посмотрим. Так. Вот. Вот смотри, есть столб. Ну, я... Вон есть... О, есть лампочка. Лампа. Подожди, а как мне их отличить-то, что им надо лампу или не надо лампу? О. Вот, допустим, столб. О. Ты серьезно? Да. А как я... Все еще столбы. Только что она не светит ни хера. Так сейчас день. Да? Ну ладно, подождем. Действительно. Неожиданно, да? Подожди, 20 ламп. А куда их крутить-то 20 ламп? Вот еще одна. Ну... Не, допустим, конечно, но... Но они должны быть где-то вдоль дороги. Куда-куда? Ну... У тебя всегда есть супер полет. Вот. Поехали. Вон еще вижу. Да-да, я тоже вижу. Пиздец. Не, ну мы так устанем менять-то эти лампы. Это сейчас надо было бы вспомнить все шутки про лампочки серии. Сколько нужно Сколько блондинок. Нужно кого-то там, чтобы поменять да, лампочку. Да-да-да-да-да. Ну, Ване специалист нужен один, при этом он меняет на столбах. Да-да, причем смотря вниз столба. В одиночку просто. Да. Без лесенки. Ванюшка-то вообще красавчик, ну. А-а-а! Ты хочешь, чтобы нас укачало? О, господи! Ты видал, как она? Она прям так... Филигранно, как она это сделала. Ай, бля... Знаешь, самое идиотское, ты сейчас проедешь, ты, конечно, все поставишь, по-любому где-нибудь останется тот самый один-единственный стол. И там непонятно какой. Да. Ёб твою мать. Это ты зря туда поехал. Думаешь? Наверное. Гвоздик. Красивенько. Неплохо. Нет, а не нет, зря. Есть, 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 есть. Зря, не зря, да. Отлично. Фух. Да, вот это прям квесты. Что хотел, что симулятор? Так симулируем, вот симулируем. Симулируем. Вот этот столб тоже столб? Нет, думаю, нет. Ох, конечно, вот поезду-то точно вот он не помешает свет. Да, давайте поставим его. Да какая-то птичка орёт. Поезду нам надо осветить путь, это обязательно. Фонарем. Вон еще один. Да-да, вот я вижу, я к нему еду, надо обязательно. А можно было их реально на карте хотя бы обозначить? Мусор на карте же обозначали. Может быть, кстати, если карту раскрыть, видно? Не, я же пытался посмотреть. Так. А мы от греха подальше вообще раскрывать не будем. Да, она какая-то забагованная стала. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ты же все-таки предполагаешь, что они должны быть вдоль дороги, тебе так не кажется? Мне кажется, тоже это. Ну, давай выйдем хотя бы на дорогу. Ты найди сначала тут дорогу, ты в поле открытое выехал. Тебе норма? У тебя Жигуль, а не Форт Англия, который умеет летать и скрываться от людей. Ты говоришь, что нормально. Он, конечно, голубенький, но, блядь. Нет, ты же видишь, что все хорошо. Все нормально. Опа, деревья! Нет! Есть, мы улыбались. Все нормально. Все, все, дальше продолжаем путь. Поехали, парень. О, нифига его заносит. Че ты дрифтуешь, тут стоишь? На Жигулях, кстати, дрифтуют часто. Хорошее сцепление. Их не жалко, да? Их не жалко, но у них плюс хорошее достаточно сцепление, достаточно шины поставить. За тобой собаки бегают, ты видал вообще? Так, слышишь, ты слышишь звук? Ты хочешь, чтобы нас поезд переехал? Разыгрываешь сцены из Гарри Поттера? Ты думаешь? Думаю, не может. Не, поезд едет? Я слышу, да, что-то приближается.
Ха! Где-то был звук же. Там опять этот портал. Серьезно? Ого. Хм. Едет, смотрим. Он унес мою машину. Я считаю, на этом можно закончить. Он уехал. Блядь. Ну окей. Пойдем домой. Пора поспать. Все, поехали домой. Машины мы лишились. Поспим и все пройдет. Она телепортнется обратно, нормально будет. О. Как вы тут поживаете? Лучше, чем ты. Не заходи больше ни в куда. Ого! Ты смотри, какие яички-то. Я смотрю вообще. Прям C0, C1 и C2. Все размеры. Да, вы все постарались, постарались. Девочки, у нас курочки классненькие, малорики прям. Да вообще сегодня... Они хорошо сегодня поделали. Так, давай зерна насыпем. Ой, 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 аж курица начала проседать. Пак-пак-пак-пак. Так, вода-то, вот, смотри, у вас тоже закончилась. Нет, с оптимизацией здесь еще работать и работать, конечно. Зерна, что внутри? А, внутри это фигня. Все нормально, все живете. А вот скажи мне, пожалуйста, вот... вот. Че? Че? Что? А где гусь? Да где-то тут бегал, мы уже его видели. А че? А нахера он мне нужен, вот он. Нахера он мне нужен. Убей гуся. Давай. Есть уж серия такая. Давай убьем гуся. Блять. Одно гусиная грудка. Это тушка вообще-то. Пойдет. Если что, я не приветствую фермерство. Да, ладно, все. Я думаю, надо будет подфармить, что-то поделать, чтобы у нас хотя бы задания-то все подвыполнились. Потому что с этой рыбой это вообще полный рандом, какая выловится. Ёбаный пиздец, не делай. С фермерством, амбарами то же самое, то есть непонятно, что, как. Вообще, вот я сейчас поспал, я сейчас пойду вот... Ты поспал уже? Да. Я сейчас подойду к корове, ну, просто посмотреть, вот даст ли она мне сейчас шерсть с молоком. Да-да, пак-пак-пак. Лети, Форест! Ну вот, типа, получить молоко. А можно еще? Нет, нельзя. То есть раз в день примерно она дает. Ну, типа, да, раз в день, да. Тут овечка у меня тут опять тусуется. Ну, типа, вот можно так накопить, конечно, это все дело. А, вот надо. Окей. Вот надо это все подформить будет, и все нормально. И все по красоте. Тут для амбара так-то немного надо еще молока и шерсти. Шерсть уже есть, молока вот буквально 2 дня. Это хорошо. Досок нет. Нафармишь. Ульи надо ставить. Ладно, надо нафармануть и этот все поставить. Это точно, но это уже, видимо, в следующий раз. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.